безрамочные двери, это, конечно, очень красиво. Но вот самое, что странное, я ее сейчас открою. Да вот этот вот кусочек, который остается, выглядит, конечно, несколько странно. Можете обратить внимание, сколько места для ног. У меня рост 1,87 м, а здесь еще сантиметров, наверное, 30 будет впереди. И сиденье почти вровень с водительским стоит. Так, значит, включаем кнопочкой монитор. Здесь находим пультик. Вот, и с помощью этого пультика сейчас попробуем что-нибудь предпринять. Например, вот последний адрес, Старый Монетный переулок. Насколько я знаю, это посольство султаната Оман в России. Вот есть функция такая, предложить цель. Очень интересная вещь, мы ее нажимаем. И вот водителю, вот здесь, вот посмотрите, показывается. Сзади предложена цель, ехать туда-то, начать ведение цели, добавить цель или игнорировать. То есть, если у вас за рулем сидит водитель, вы с ним не хотите разговаривать, ну или вы с женой поругались, залезли назад, она сидит за рулем, вы можете ей предложить поехать туда-то, и у нее всплывет такая подсказка, и она может согласиться, либо проигнорировать вашу просьбу. По-моему, это бесспорно очень нужная вещь в автомобиле премиум-класса. Также можно побаловаться чем-нибудь, где, как, чего. Динамики, наушники. Так, что я option нажимаю, не ту кнопку нажимаю. На самом деле, вот мне лично не совсем удобно пользоваться пультом. Ну, по крайней мере, пока, наверное, привычки нет этого делать. Хотя ездить постоянно сзади, я думаю, к этому можно будет привыкнуть, и никаких проблем не будет. Вот. Что касается сидений. Вот здесь также вот эти регулировки комфортного сидения. Оно достаточно далеко отъезжает, сидеть удобно. Вот такой вот приятный автомобильчик. Кожа перфорированная, заметьте, сзади есть даже вентиляция сидений. Вот. Нужно провентилироваться и подогреться. Ну как же без этого? Задним пассажиром. Ну вот как-то так.